Приветствую вас, мои дорогие друзья, меня зовут Шадиман, и если честно, я сейчас должен говорить потише, потому что последние дни в нашей деревне жители происходят просто очень страшные вещи. В общем, дело в том, что у нас объявился какой-то настоящий маньяк или похититель. Каждый день пропадает ровно один житель, и так уже происходит целую неделю. Я после недели уже наконец-то решил включить запись и начать разбираться, в чем же это дело, что же такое происходит, потому что дальше, мне кажется, терпеть просто невыносимо. Помимо жителей, также начал пропадать весь домашний скот, то есть все овцы, коровы, курицы. В общем, так скоро и в деревне вообще ни одного жителя не останется. Если честно, у меня есть подозрение, почему это так происходит. Дело в том, что сейчас начали распространяться слухи в последние дни, то что в деревне где-то закопан какой-то клад, или я не знаю, какая-то древняя шахта, что-то такое. Я, если честно, этим слухам не очень верю, но сегодня я вместе с вами, надеюсь, ребят, вы мне тоже, если что, в комментарии помогайте, пишите свои догадки, как вы думаете, кто же все-таки преступник. И дело-то вот в чем получается, если я даже узнаю, кто это, у меня никаких доказательств не будет, то что это именно тот человек похищает всех жителей. Так что давайте, наверное, сейчас с вами не будем медлить и уже поскорее отправляемся в деревню жителей. Вы только посмотрите, там он... Везде стоят жители, и вы понимаете то, что абсолютно каждый из них сейчас может быть тем самым опасным преступником. Ой, главное, я надеюсь, что он все-таки меня в следующую ночь не похитит, но думаю то, что с вашей помощью мне точно удастся, ребят, сегодня рассказать все это, все то, что сейчас происходит. Так, ладно, надо подготовиться на самом деле. Так, телефон у меня... Так, телефон с собой. А, надо, наверное, побольше еды взять. И... Ладно, давайте, пойдемте. Пойдемте осмотрим деревню. И послушаем вообще, что говорят местные жители. Если честно, я для сначала вообще не верю, то, что вся эта фигня происходит. Но потом через неделю, если честно, я заметил, то, что уже и животных стало у нас в деревне поменьше. И в общем, как-то жители начали как-то нервно на все реагировать. Ладно, так, а где у нас тут наибольшее... Блин, посмотри, сколько там народу стоят. Блин, они явно о чем-то разговаривают, слушайте. Так, давайте где-нибудь вот здесь вот встанем. А нет, смотрите-ка, перестали разговаривать. Такое чувство, как будто они... Они даже ни с кем друг с другом не общаются. А вон, посмотрите, там вот два жителя, они явно о чем-то разговаривают. Давайте здесь встанем и послушаем, о чем это они там, интересно, так беседуют. Слушай, Джо, я, похоже, нашел, где у нас эта шахта. Ну, помнишь, я приятеля тогда завалил, у него было очень много драгоценностей. Так, блин, походу он заметил то, что я здесь подошел, и он сразу убежал оттуда. Да, блин, ребят, вы слышали, он сказал про какие-то драгоценности. И он... Сказал имя Джо. Да, есть такой местный житель здесь, но... Блин, драгоценности, значит. А, где же эти драгоценности могут быть? Так, давайте-ка, наверное, с вами, знаете, что попробуем сделать. Надо обследовать все здания в этой деревне, найти какие-нибудь зацепки, может быть... Так, может быть, у кого-то в сундуках что-то лежит, я не знаю. Потому что явно тут что-то очень крупное планируется, раз уж дальше жители начали пропадать. Так, а в частности, конечно, проверим вот эти дома, потому что... Конкретно вот эти жители о чем-то здесь, да, говорили. Так, сундук какой-то. А, вот она, записка. Между церковью и... Так. Блин, дальше пусто. Между церковью и чем? Блин, что же это такое-то? Между церковью и чем? Так, надо, наверное, вторую какую-то записку искать, ребят. Так, может, здесь где-то? Нет, здесь точно нет. Церковь. Значит, у нас есть ориентир. Церковь уже. Так, что-то там находится. Может быть, та шахта и находится где-то там. Ай, фиг его знает. Так, остается последний вариант, это вон те маленькие домики. Потому что в этом большом доме здесь точно ничего нет, я уже там давно все обследовал. Так, что у нас здесь? Здесь у нас в принципе нет сундука, но есть второй этаж, но на втором этаже у нас тоже ничего интересного нет. Ах, опа, есть. Так, так, давайте посмотрим, давайте поскорее посмотрим. Между церковью и кузницей. Так, ну-ка, между церковью и кузницей. Блин, реально так и написано. Так, ладно. Фух, ребят, давайте, знаете, что сделаем. Я сейчас возвращаюсь домой, подготовлю все инструменты и, наверное, ночью, я сегодня спать ложиться не буду, возьму с собой факел и начну с вами, наверное, проводить раскопки, потому что эти записки, мне кажется, сделаны здесь не просто так. Видимо, это что-то здесь и находится. Так, ладно, все, я сажусь домой, жду, когда стемнеет, ребят, и тогда уже и включу снова камеру. Все, увидимся через секунду. Ну что ж, друзья, на улице уже стемнело, а это значит, что самое время начинать, так сказать, нашу спецоперацию. Кстати, пока я готовил вещи, произошло что-то очень-очень необычное. Дело в том, что я как раз-таки вот здесь вот собирал с собой еще еду, все вот эти материалы.
В это время подошел житель. Я сначала подумал, что это звук на улице, просто ветер. Оказалось, он начал что-то там копать. И когда он обернулся, он, блин, как-то заметил меня и убежал оттуда. Так что вот эти записки, которые говорят, что между церковью и кузницей, это значит, действительно, там что-то находится, и там есть наш ключ к отгадке. Так что давайте с вами прямо сейчас туда отправимся. Так, всё, камеру я включил. Так что, если что, запись у меня всего, что сейчас будет происходить... У меня будет доказательство перед полицией. Так, ну что ж, давайте начинать тогда. В принципе, все жители уже спят. Я, правда, не знаю, где тот житель, который здесь начал все это копать. Вот он. Раскопал здесь буквально только два блока, как я выглянул в этот момент. Так, ладно, давайте. Поехали. Фух, если честно, даже как-то страхово немного. Так, а почему он, интересно, решил все это сделать именно между церковью и кузницей? Вроде каких-то таких два здания, как бы, ну, серьезных, которые, как бы, если что, их можно сразу заприметить, и будет... Ёпарсата, их будет очень легко, как бы, узнать и увидеть. Да ладно. Блин, офигеть, это реально так и есть. Офигеть, блин, это действительно какой-то проход здесь. Блин, а как эту штуку открыть-то только интересно теперь? И что же там все-таки такое? Чего же эти все жители так прятались, и из-за чего, судя по всему, начали пропадать все остальные местные, кто здесь проживает? Блин, ну-ка. Блин, черт, его фиг откроешь вообще? Блин, заржавелая вся эта штука. Так, там на улице точно? Так, на улице чисто. Так, надо открывать как-то. Ну-ка, давай же. Блин, ребят, я не знаю как, но, блин, помогайте мне. Я один тут явно не справлюсь, мне как-то ваша помощь нужна, не знаю, как-нибудь там... Если, конечно, вы лайк поставите, если комментарий напишите, то... Не только дверь поможете открыть, но и в следующий видосик попадете. Давай. Фух. Фух, есть, отлично. Ёпарасоте. Если честно, этот проход совсем дружелюбным не выглядит, но... Судя по тому, что там даже лианы выросли, это... Это было сделано тут очень давно. Так, ладно, я спускаюсь, потому что другого выхода у меня нет. Так, только так у меня получится тайну разгадать. Так, я надеюсь, на меня никакой призрак сейчас не выпрыгнет, либо скелет какой-нибудь. Фух, нет, вроде нет никого. Блин, ребят, офигеть, вы посмотрите только. Если здесь есть булыжник, значит, скорее всего, здесь когда-то кто-то что-то... Когда-то кто-то что-то копал. Так, ладно, давайте тогда потихоньку раскапывать. Тут даже гравий осыпался. Вот это да, конечно. Это офигеть. О! Тишкин кот! Что? Что? Я не... Что, блин? Какого фига здесь машина делает под землей? И главное, как ее сюда запихнули-то вообще? Да не. Блин, это вообще невозможно. Чё за бредятина тут происходит вообще? Я не понимаю, ребят. Блин, вы это верите вообще в то, что происходит? Может быть, я сплю сейчас? Как они сюда машину-то умудрились запихнуть? Так. Она, кстати, выглядит совсем как новенькая. Ну-ка. А здесь у нас что? Ух ты. Так, еще кирки и лопата. Так. А чё, кстати, тут по бензину-то? Нет, бензина здесь нет, кстати. Так, окей, но мне кажется, это не все. Так, вот здесь какой-то булыжник, может быть, здесь что-то спрятано? Нет, не здесь. Так, а гравий здесь, мне кажется, точно совсем неспроста. Давайте-ка попробуем здесь что-нибудь откопать и посмотрим, что у нас будет здесь уже. Такое чувство, как будто бы здесь какую-то шахту завалило и... Ага, здесь уже булыжник пошел. Окей. О! Блин! Я глазам своим не верю, вы только посмотрите на это! Ёп! О! Ёпарсоте! Блин, это скелет самый настоящий! Офигеть, блин, куда я попал только, а? Куда я только попал? Етишкин кот! Так, у него какая-то записка в руках. Так, давайте-ка посмотрим, что это у него такое здесь. Так, сначала мы работали вместе, а потом Джо захотел большего. В один прекрасный день он заманил меня в нашу шахту и завалил ее, а сокровища забрал... себе. Да ладно, значит, эта теория подтверждается. Помните, ребят, сегодня на улице мы слышали то, что какой-то житель рассказывал о том, что он кто-то кого-то завалил, и он обращался как раз-таки к чуваку с именем Джо. Так, тогда получается то, что во всем этом, возможно, Джо виноват.
Но вы только посмотрите на эту пещеру, этот чувак выживал как мог. Так, что в этих сундуках, интересно? Так, здесь ничего. И нет, а вот под этим сундуком лежит еще один сундук. О, Хитишкин. Собачья печенка. Блин. Офигеть, сколько тут сокровищ. Так, надо все это забрать. Офигеть, я не знаю, что я с этим буду делать, но думаю, сейчас уже самое время звонить полиции и говорить о том, что здесь вообще все это произошло. Так, стоп, что это? Ага, Шенни, ну что, попался? Я так и знал, что ты сюда попадешь, и поэтому звонил тебе. Ну что ж, теперь тут ты тут сгниешь навсегда, как мой дружок, который сейчас уже превратился в скелета. Прощай. Блин, ребята, что делает? Меня этот житель, видимо, тоже заманил. Я сейчас никак отсюда не выберусь. Блин, как люк-то. А, у меня же телефон есть. Так, давайте полиции позвоним. Алло, полиция. А, это детектив Шедимен на связи. В общем, выезжайте срочно в деревню, я знаю, кто убийца, из-за кого все это пропадало. Это житель с именем Джо. У меня все записано на карте. Он сейчас сам завалил меня в ловушку. А, в какой-то. В общем, эта ловушка находится между кузницей и церковью. Приезжайте поскорее, я вас буду ждать. Давайте. Хорошо, Шеди, спасибо за сигнал. Мы сейчас скоро будем. Жди. Фух, ну что ж, ребята, остается только ждать. И, наверное, когда приедет полиция, я снова включу камеру, а пока. Пока придется только ждать. Так, видимо, полиция уже приехала. Так, значит, они, наверное, точно открыли вход мне. Так. Ага, так, все есть, отлично. Фух. Вовремя. Как же вовремя они подоспели. Как же хорошо то, что я все-таки с собой телефон взял. Так, офицер. Офицер! Шенди, спасибо тебе большое за звонок. Сегодня мы задержали очень-очень опасного преступника. Мы охотимся за ним уже более 2 месяцев. И если бы не помощь твоих дорогих ребят-подписчиков, мы бы, наверное, точно не справились. Да ничего, офицер, обращайтесь, всегда рад вам помочь. Ну что ж, ребят, на этом, наверное, я буду заканчивать сегодняшнюю серию. Большое спасибо, что помогли мне разгадать сегодняшнее, так сказать, преступление. Надеюсь, что в следующих сериях мы поймаем с вами еще много различных бандитов и посетим много различных мест. Ну а с вами был Шедимен. Большое тебе спасибо за просмотр, дружище, хорошего тебе настроения и пока.